Проект «За семью печатями» – очередная творческая инициатива областного краеведческого музея. Посвящена она 500-летию белорусского книгопечатания и призвана рассказать о том, как развивалось изобразительное искусство в типографии. В гостях у специалистов музея профессиональные художники, которые готовы не только рассказать, но и показать, как создавались изображения во времена Франциска Скорины. Смысл проекта, создание проекта, конечно, первая причина – это 500-летие книгопечатания, которое мы так масштабно отмечаем в нашем государстве. Ну и вторая тема, главная тоже – это движение к тысячелетию города Бреста, поэтому знакомиться с историей города Бреста, знакомиться с интересными людьми, которые здесь живут в этом городе, конечно, можно благодаря таким проектам, которые мы организовываем. Что такое печатная книга? Что такое классическая печатная книга? Все-таки современные молодые люди, они, в принципе, даже, наверное, не задумываются о том, как создается, как рождается классическая книга. Потому что в каждой семье, наверное, есть уже принтер, и цифровая печать правит бал. Оно, в принципе, так и должно быть. Научно-технический прогресс должен двигать нас вперед. Но то, что было, тоже надо знать. Технология эстампа насчитывает уже более 5 столетий. Как произведение тиражной графики, она обладает спецификой в отношении авторства. Оригинальными считаются те отпечатки, которые сделаны самим художником или печатником при участии автора. Довольно долго технология использовалась как элемент тиражирования изображений. Однако со временем переросла в самостоятельный вид искусства из-за трудоемкости. Вот здесь такое приспособление для того, чтобы, во-первых, разместить лист бумаги, на который будет производиться печать. Ну, на больших печатных станках старых были 2 страницы, естественно, сразу печатались 2 страницы. Лист бумаги прижимается вот этой рамочкой. Печатная форма укладывается вот сюда, она с краской. Значит, эта рамочка вместе с листом бумаги накладывается на печатную форму, задвигаем под пресс и при помощи вот этого рычага давим на печатную форму, прижимаем печатную форму к листику бумаги. Первая встреча не зря носит условное название «Начало». Дальше, шаг за шагом, жители и гости областного центра смогут открывать для себя новые интересные факты из истории развития изобразительного искусства. Для тех, кто посетит все 7 встреч, организаторы подготовили сюрприз. Афиша будущих мероприятий будет доступна на сайте учреждения.